Вот вам ваше свидетельство о браке. Поздравляю вас, отныне вы муж и жена по всем законам. Так, подождите секундочку, а наше с ней согласие уже никого не интересует? Лично я не собираюсь жениться по вашему приказанию. Ну что вы так нервничаете? Я же вам говорю, это всего лишь формальность. Господи, вы не захотите жить, я вас сама лично разверну. Все будет хорошо. Спасибо, успокоили. Я даже не знаю, что с тобой делать. Завтра приезжает проверочная комиссия, ты совершенно не готов. Что? Какая еще комиссия? Но они же должны, проверочные, они должны знать уровень твоей подготовки. Да они что из меня, подопытного кролика делают? К чертовой матери, я им что, суслик подопытный?